А юные лыжники Рыбинска продолжают подготовку к новому сезону, и отсутствие снега им не помеха. 69 спортсменов из школы Олимпийского резерва тренируются на лыжероллерах в Демино. А еще занимаются бегом, играют в футбол, волейбол и хоккей на траве. Планы на предстоящий сезон у них большие. Рыбинцы традиционно выступают на соревнованиях самого высокого уровня. Среди воспитанников школы заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы. Лыжница Наталья Лапина, несмотря на свой юный возраст, в этом году участвовала в этапе Кубка мира.